Это Siam Paragon. Так, мы стоим возле магазина Louis Vuitton. И сюда, как обычно, очередь. Итак, прошел почти целый день. Очередь в Louis Vuitton только выросла. Она стала 2,5 раза больше. И состоит она в основном из китайцев. Но есть и не китайцы. Любят они Louis Vuitton. Жена говорит, может, они там бесплатно раздают его. Для Одессы вот такие рубашечки. Школьная форма может быть такая. Возьми. Сейчас. Я бы взял или вот такую. Вот эту, или желтую. Ну да, я бы тоже взял. Сейчас. Классные рубашки для мальчиков. Ну и мужские тоже есть. Мотоцикл Ducati. Джип Bentley. McLaren. Это классный Maserati. А здесь Rolls-Royce стоят. И вот фантомчики. Даже один из них кабриолет. Здесь у нас Lamborghini и Lamborghini. В Гонконге я садился внутрь, а здесь написано Please don't touch. Какой-то концерт. Снимает куча камер. Сегодня первый рабочий день. Пробки, жесть. Мы в центр добирались сначала на лодке, потому что на мосту показывала пробку конкретную. И потом уже на такси. А сейчас мы гуляем в центре. И здесь машины просто стоят. По чуть-чуть передвигаются. Дядька сделал себе гитару. Чего-то вообще невообразимого. И ребенку тоже сделал гитару. Храм рассвета. Так близко он здесь, да? Причаливаем. Тянут всего 2 катера. Прикинь, а их здесь 1, 2, 3, 4 баржи. Тут целое транспортное сообщение, смотри, да? Тоже храм, да?
баржи тащит. Какие же у них двигатели интересные стоят. А еще откуда? Еще одна лодка. Он ее тоже тащит или она помогает? Она просто плывет, я думаю. Просто плывет, да. Красивый мост. Опоры. Одна опора подвесная. И канат натянут. Вид из нашего отеля. Но это номера напротив. Из нашего номера вид в другую сторону. У них не оказалось номеров для четверых с четырьмя кроватями, которые смотрят на реку. А здесь прикольно. Я смотрю, здесь номера открыты, сейчас они в основном все двухместные. Здесь вид ночью, наверное, очень красиво. Небоскребы вон впереди куча. Прямо на берегу стоим. Там мы кушаем. А вон там остановка речного такси возле моста. Вот оно подъезжает. Очень быстро можно добраться до центра города. Там, где храмы, дворец. В торговые центры добраться можно на такси за 100 бат. А обратно за 150 минимум. По счетчику обратно никто не хочет ехать.